Песенка. Не забывайте улыбаться, елочки. Искать на елке.
сейчас буду чудеса делать. Колокольчик, колокольчик, помоги нам. Извини, всегда так лихо. Не хотим сидеть в тиши. Кто хозяин твой, скажи? Молчи.
давайте отдохнем немножко. Ой, какие молодцы, замечательно танцевали эти елочки. Ой! О, ой! Ребята, вы чего замечаете? Вы зачем в меня снежки кидаете? Это Настя в меня снежки кидает? Давай, 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 давай
наши соберем. Ребята, мы все заходим, все заберем. Ну, раз, два, три. Thank you.
понравились. Вы молодцы. Какие все хорошенькие, какие маленькие. Ух, румяненькие. Ребятки, садитесь все скорее на стульчики. Мы сейчас дедушку тоже пригласим отдохнуть. Дедушка шел долго, устал. А наши ребятки тебе стихи приготовили. Все готовы, ребятки? Да! Я сейчас позову девочку Полинку. Она тебе расскажет очень озорной стишок. Полинка, попроси. Да, конечно, девочка. Расскажи стишок. Мама, ёлку, ой-ой-ой, Дима вот идёт зимой, ой, дедушка мороз, чуса щёчки, чуса мороз, холода, холода, а масса читать не вда, она кто-то папины, а кого-то Аришка, где у меня? Ну-ка, Аришенька, пойдем стишок рассказывать. Тетюшка, ты где спряталась? Ариша, такая бабочка красавица. Ну-ка, пойдем дедушке расскажем стишок. Сюда. Давайте скорее. Расскажи стишок. Подходи поближе к дедушке. Расскажи стишок. Вместе будешь? Ну, давай вместе. Новый год. Новый год, громче, веселится весь народ. Дед Мороз ко мне придет, расскажу ему стишок, получу конфет мешок. Съедим вместе. Конечно. Иришка, иди сюда скорее, бегом. Бегом к дедушке. Ой, иди сюда к дедушке, иди сюда. Что у дедушки? Расскажи стишок. Повернись, мама. Что у дедушки? Шапка. Борода. Шапка. Ой, повернись сюда. Шапка. Сюда тоже дедушке расскажи. Ну-ка, расскажи. Беги сюда, моя лапонька. Расскажи, дедушке. Расскажи стишок дедушке Морозу. Шапка. Шапка. Рукавички. Нас на крыльцо. Сидят. Они снегурочки. Все красные носы. Ну, это был Дед Мороз. Кто-то у меня еще очень хотел рассказать стишок. Кто же это у меня еще не рассказал? Викуля, иди сюда скорее. Как это я Вику-то? Где моя Викуля? Иди сюда, елочка красавица. О, какая елочка красивая. Расскажи стихотворение. Стихи для тебя учили. Я
веселый Дед Мороз вам подарочки принес. Где мешок мой? Вот секрет. Справа нет и слева нет. А на елке нет? Снегурочка там нет? Нет, 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 девушка. Нету. На окошке нет? Нет, нет, дедушка. А под стульчиками? Ну-ка, ребятки, посмотрите, у вас под стульчиками нет мешка с подарками? Нет, нет. Нету? Нет. Садитесь, а в ящике нет. Дедушка, садись, Настюша, садись. Сейчас дедушка сам будет искать. Ой, пойдем искать мешок. Дедушка, иди сюда. О, иду. Я мешочек твой нашла. Ирочка, садитесь, садитесь, спасибо. Ой, какие у меня дети, дедушка, ты видишь, какие спасибо, помощники? Садись, Ирочка, спасибо. Ого-го, разрезать я не могу. Ну-ка, дружно, мы похлопаем. Ну-ка, похлопайте. Бойко ножками потопаем. Ой, развязались и подарочки достали. Ребятки, а вы садитесь, и Дедушка Мороз и Снегурочка вам все подарочки сейчас дадут. Садитесь, пожалуйста, все. Садитесь. Только мы давайте в зале не будем кушать пока подарки. Ладно? Мы сейчас с дедушкой будем фотографироваться. Надо дядя Карен сфотографировать. Хорошо? Ребятки, девочка, вот с красной ленточкой, девочка, мы синий мальчик. Вот так вот у нас. С красной ленточкой, девочкам давай, дедушка, вижу, подарок. Стал, девочка. Держи. На, дедушка, вот с красной. Не открывайте пока. Вот, держи. Вот синяя ленточка. Снегурочка, давай, я буду держать эту ручку. Вот так, давайте. Это мальчики у нас. Вот, мальчик. А это девочки. Ой, это девочки подарки. Боже, девочки подарки. Дашуля, подожди. Это для девочки подарок, не для мальчика. Дайте мальчику, пожалуйста, подарок. На, дедушка, вот мальчику Роме дай, пожалуйста, подарок. Мамочка, держи. О, какой мамочка. Так, а вон девочкам подарки. На, дедушка, это для мальчика подарок. Смотри, у кого мальчик. Ой, где у меня мальчики-то? Ой, какой мальчик. А вот мальчик у нас. Держи подарок, держи. Это для девочки подарки. Ой, сколько дедушки нам принес. Ой, какая девочка красивая. Ты держи подарок. Вот подарочки.